нам подключается политолог, бывший поверенный в делах Азербайджана в США Джейхун Молазаде. Джейхун Мелим, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, как сказал глава государства, в течение 2 недель в следующем году Баку станет центром мира, где соберутся десятки тысяч человек. Вот как вы оцениваете данное решение? И что вы можете сказать о вкладе Азербайджана в борьбу с общемировой проблемой изменения климата? Безусловно, это большое достижение. Мероприятие COP28, которое недавно прошло в Дубае, оно действительно привлекло большое количество глав государства, премьер-министров. И этот высокий уровень, который продемонстрирован в Дубае, говорит о том, что интерес к этому мероприятию международному, как COP, учитывая те проблемы, с которыми сталкивается наша планета, приобретает все больше и больше значения. Азербайджан уже неоднократно проводил различного рода международные мероприятия, и Баку уже давно превратилась в площадку различных международных, спортивных, скажем, экологических, культурных и различного рода мероприятий. Но значение COP29, который пройдет в Баку в 2024 году, действительно, наверное, явится самым крупным событием, когда в нем будут участвовать, наверное, 70-80 тысяч представителей со всего мира, учитывая, что приедут и главы государств, глава нашего государства, господин Ильхам Алиев. Он собрал сегодня совещание неспроста, потому что осталось всего 11 месяцев. Азербайджан не может никак ударить лицом в грязь, так как этого никогда не делал, не может себе позволить. И то, что после тех антитеррористических мероприятий, которые успешно Азербайджан осуществил, я думаю, доверие сейчас международного сообщества Азербайджану для проведения такого крупного масштаба, значит, ООНовского мероприятия, действительно придает Азербайджану все больше международный имидж. И то, что сейчас между Азербайджаном и Арменией идет процесс, переговорный процесс, стороны пытаются договориться о демилитации, обмене военнопленными, и также в вопросе COP29, то, что Армения уступила проведение этого мероприятия Азербайджану, говорит о том, что сегодня Азербайджан способен осилить такого рода международное мероприятие из-за той экономической политики, которая проводится руководством этой страны, где осуществляются большие мега-проекты. Безусловно, Азербайджан в региональном контексте сегодня является региональным крупным игроком, и проведение такого же мероприятия, оно является не просто региональным, оно является глобальным и имеет огромный-огромный вес. Джейхун Мелим, ну вот выбор Баку как место проведения COP29 в 2024 году в то же время хороший ответ отдельным кругам, которые в последнее время ведут очернительную кампанию против Азербайджана. То есть глава государства в очередной раз доказал, что никто и ничто не может навредить положительному имиджу Азербайджана. Вот сделают ли эти недоброжелатели соответствующие выводы для себя, как вы считаете? Безусловно, то, что Азербайджан является председателем движения неприсоединения. Азербайджан долгие годы возглавлял также Совет безопасности ООН. Азербайджан имеет стратегические взаимоотношения с такими мировыми игроками, как Турция, Израиль, Великобритания, Италия, Соединенные Штаты Америки. В данном случае глава государства выражал свое недовольство той политикой, которую проводит руководство Франции. И оно как бы как никак не может успокоиться. И то, что он остроумно выразил такую фразу, как они хотят быть больше армянами, чем армяне. Потому что сегодня Азербайджан напрямую с руководством Армении, который сегодня возглавляет премьер Никол Пашинян, и он позиционирует сегодня себя как партия мира. Поэтому те радикальные, ультранационалистические, ксенофобски настроенные круги в самой Франции, которые пытаются подогревать
вот эту кампанию реванша и настраивают на это руководство Франции, это действительно будет прекрасным ответом на то, что Азербайджан миролюбивая страна, Азербайджан открыт для международного сотрудничества, Азербайджан сегодня занят крупными проектами как решение экологических проблем, так как эта конференция сегодня решение экологических вопросов для всего человечества является одной из крупных гуманитарных проблем, не только гуманитарных, а просто планетарных. Речь идет о том, будет ли, сколько будет наша планета существовать, если все будет продолжаться так, как оно происходит за последние много лет, период различных форм индустриализации различных стран. Поэтому в данном случае это прекрасный ответ тем кругам, в которых осели человеконенавистнические группы этнические. Ведь не все и в армянской диаспоре тоже есть те силы, которые здоровы и приветствуют тот процесс, который сегодня идет между двумя странами, между Азербайджаном и Арменией. Именно сегодня нужно странам и в регионе, и в мире именно объединиться на то, чтобы не тыкать друг другу в глаза какими-то, скажем, мифическими и надуманными обвинениями, а взяться за решение таких глобальных проблем, как состояние нашей планеты. Джейхун Мелем, ну вот Азербайджан продемонстрирует в то же время, что его повестка дня связана с зеленой энергией, то есть создание зеленых видов энергии, ее транспортировка на мировые рынки в настоящее время являются приоритетом энергетической политики. Вот какие бы еще шаги Азербайджана вы отметили в этом направлении? Ну, неоднократно и глава государства, и, насколько я знаю, и правительство, и министерство, которое занимается вопросами экологии, создают в Карабахе именно как раз-таки эту зону зеленую, экологически чистую. И это является сегодня приоритетом. Азербайджан продемонстрирует всему миру, что не только он отстроил весь Карабах, который был уничтожен варварами конца 20-го, начала 21 века, а Азербайджан отстроит его для будущих, нынешних и будущих поколений, именно учитывая вот эти новые технологии, которые связаны с зеленой энергетикой. И надо отдать должное, что партнеры Азербайджана в энергетическом секторе и главным партнером является BP и ряд других американских корпораций, они как раз-таки давно занимаются исследованием всех этих зеленых технологий и о том, как эти корпорации в краткосрочном и долгосрочной перспективе могут перейти на новые рельсы, когда уже будет отходить в сторону нефтяной бизнес и будет создаваться новые зеленые технологии. В этом смысле вот этот симбиоз и сотрудничество Азербайджана с такими большими гигантами, которые не только замыкаются на том, что мы только будем добывать нефть, и кроме нефти нам ничего не нужно, я думаю, что в этом плане сотрудничество с Азербайджаном BP и разные проекты, и пилотные проекты, которые сейчас совместно осуществляются, они и играют и будут играть большую роль в будущем. Конечно. Джейхун Мелем, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались. Спасибо за приглашение. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией был Джейхун Малазаде, политолог, бывший поверенный в делах Азербайджана в США.